работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, весело. Мы пришли преподать тебе урок. Не стоило сюда приходить. Пойду по добру, по здорову.
О, во имя Ким, ты меня напугал. Тут где-то бродит некромант, так что берегись. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими предками. Валс Веран. Моя семья никогда с ним не ладила. Но сейчас он зашел слишком далеко. Он хочет осквернить наш семейный склеп своей грязной некромантией. Урод серокожий. Моя тетушка пошла за ним, чтобы остановить его, но так и не вернулась. А один я с ним не справлюсь. Тут мне гордиться нечем. Я до смерти боюсь этого места. И тетушка Агна об этом знает. Отец меня там запер по пьяни, прежде чем ушел от нас совсем. Я 3 дня питался подношениями мертвым, пока тетя Агна меня не нашла. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими предками. Хорошо. Я отопру дверь, мы встретимся внутри. А дальше ты поведешь. Надо найти Валса Веррана, пока он ничего больше не натворил. Надо найти Валса Веррана, пока он ничего больше не натворил. Никто их не убивает. Они уже 100 лет как мертвы. Мы помогаем им вернуться в Совнгард. Ладно.
Эй, это собственность моей семьи. А, ладно. Бери, что хочешь, если поможешь мне избавиться от Валса. Нет, тетя Агна, Талос, почему я не пошел с ней? Он завалил дверь. Только богам известно, как он там оскверняет тела моих предков. Когда-то Агна сказала мне, что внутри есть тайная комната, где хоронили опозоренных родичей. Может быть, оттуда можно попасть в главный зал?
Это все, что это то место, о котором говорила Агна. Она сказала, что медведь покажет дорогу. Нашел. Проход ведет через саркофаг. Не нравится мне это, но мы все же пойдем.
Эта дверь, по-моему, должна вести в гробницу, где отсиживается Валс. Пошли туда и покончим с этим. Я тут еще побуду. Ты не жди. Прослежу, чтобы родичи упокоились с миром. А потом, наверное, задержусь тут. Я видел по дороге очень неплохую дичь. Здесь хорошая охота. Еще раз спасибо за помощь.
Да? Да. Приветствую тебя в доме воительницы. Пусть название тебя не смущает. У нас и для воителей найдется все, что нужно. У нас и мелкое оружие есть, если надо. Палицы там, кинжалы всякие. С тобой приятно иметь. Сразу видно, что... Погляди.
До встречи. В основном наш... Погляди. Ты обо всем этом думаешь? Не желаю, чтобы какие-то наглые эльфы мне указывали, кому молиться, а кому нет. Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхельм. У нас Ульфрик Буревестник хочет их видеть. Надеюсь, припасы скоро прибудут. Если у тебя есть время жаловаться, значит, ты в порядке. Я тебя предупреждаю. Шагу уходи. Больше. Не стоило сюда приходить. Thank you.
Было сомнение. И следа. Тут кто-то есть? Yeah.
слышно что-то? Я тебя предупреждаю. Уходи.